Туве завершился второй этап оперативно-профилактического мероприятия «МАК». В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ДПС выявили и пресекли 46 фактов провоза наркотических веществ – гашиша и марихуаны, в общем весом около 5 килограмм. Также за время проведения мероприятия у 6 водителей установлено наркотическое опьянение. МВД по Республике Тува предупреждает о том, что за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная и административная виды ответственности. Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере варьируется от назначения штрафа от 100 тысяч рублей вплоть до пожизненного лишения свободы.